На что уходят деньги казахстанцев? Материал с таким названием появился накануне на отечественной блок-платформе. Речь идет о немалых средствах, которые намерены потратить в Алматинском областном акимате. На какие цели? Узнаете в интернет-обзоре Айгуль Жамаловой. Коллега, тебе слово. Спасибо, Арстан. Пост опубликовала блогер под ником Меч Алина. По поводам послужил твиттер пользователя Евломана, пишет девушка. По ее словам, именно он обнаружил два необычных лота, выставленных аппаратом Акима Алматинской области. Чиновники якобы намерены закупить 20 автомобилей выше среднего класса. За каждый из них они готовы заплатить более 6 миллионов тенге. Помимо этого выложен еще один лот, уже на 22 машины с большей суммой, продолжает автор. Ну вот им холодно и нужна машина, допустим. Но извините меня, почему автомобиль легковой для Алматинской области? Лучше бы дорогу починили. Нет, они хотят тратить миллионы на машины, которые раздолбят об дороги, чтобы потом был повод прикупить новенькие модели. Я решила проверить и прошла по указанной ссылке на портал государственных закупок. Лот под номером 735-817 действительно существует. Как написал микроблогер Евломан, помимо машин в аппарате Аким Алматинской области намерены закупить шины по 55 тысяч тенге за штуку. Нормальная такая резина, добавляет автор. В общей сложности по итогам двух лотов на автомобили выше среднего класса в акимате региона потратят 270 миллионов тенге, возмущаются обитатели Казнета. Мы решили позвонить в акимат и узнать, почему им вдруг понадобились 42 автомобиля. Однако, несмотря на обещание подготовить ответ в течение дня, комментария так и не последовало. А у меня на этом все, Арстан. Что ж, теперь, наверное, ценовые предложения в акимате будут переделывать, предполагаю. Возможно. Спасибо, Айгуль. До свидания.